Музыкальная мозгобойня проводилась следующим образом. 14 команд, в каждой из которых по 5 человек отгадывали, какая песня зашифрована в том или ином задании. Всего таким образом предстояло пройти 6 раундов игры. Примечательно, что песни отгадать мог каждый. В конкурсе звучали как всем известные советские хиты, так и современные, которые на слуху у каждого. Стоит отметить, что из 70 участников порядка 50 – рабочая молодежь Бреста, которая активно принимает участие как в жизни города над Бугом, так и в инициативах общественного объединения БРСМ. Сегодня нас здесь собрала интеллектуально-развлекательная игра популярного нынче формата «Мозгобойня». И, в принципе, область, в которой мы будем сегодня состязаться, это музыкальная область, поскольку во все времена музыка была призвана и считалась именно той отдушиной, которая вдохновляла людей, которая развлекала людей, которая, собственно, настраивала всех на положительный какой-то тон. Поэтому вот сегодня мы как раз-таки соревнуемся в области музыки. Будем выяснять, кто же из нашей работающей молодежи нашего прекрасного города все-таки лучший знаток наших песен. Все участники отметили высокий уровень организации мероприятия, а также замечательную атмосферу во время проведения конкурса. Многим хотелось, чтобы такой праздник музыки стал более регулярным. Данное мероприятие проводится впервые. БРСМ предложил, решили поучаствовать. От предприятия собрали компанию 5 человек. Все активные, все согласились, даже не пришлось искать людей. В общем, покажем себя, покажем молодежь Беларусьнефти, Брест-Облнефтепродукта. Экспромтом пригласили, я дал объявление по молодежи. Сразу экспромтом после работы, так сказать, вот до 5 работаем, сразу после работы, домой не успели, сразу в бой. Пришла сюда для того, чтобы получить самые положительные эмоции, познакомиться с новыми людьми, вообще команда это сборная. Вот. Ну и на примере своем рассказать детям, популяризировать БРСМ и, возможно, какую-то идею взять и реализовать у себя в гимназии. Общественная организация «Белорусский республиканский союз молодежи» и дальше будет внедрять в жизнь молодого поколения брестчан новые идеи и инициативы. Только с начала 2022 года под эгидой объединения прошло несколько десятков мероприятий, и на достигнутом здесь останавливаться не собираются.